Встань правее. Что случилось? Что это за место? Почему мы остановились? Ну-ка, выходи из машины. Дядя, подожди, подождите. Что вы делаете? Дядя, отпустите меня. Как тебе машина? Подходит на дело? Ты его знаешь? Не знаю. Какой ты наивный, а? Мальчик, беги отсюда, пока не получил. А моя машина? А машина останется у нас. Она как раз нам подойдет. То, что надо. Нет, поймите меня, я водитель. Машина не моя. Она госпожи Гунуль. А кто такая госпожа Гунуль? Дядя, пустите меня, отец убьет меня. Отпустите меня. Папа, прости меня. Почему ты молчишь? Лучше накричи на меня, поругай меня. Скажи что-нибудь. Больше этого не делай. Не буду, пусть Аллах накажет меня. Главное, что с тобой все в порядке, сынок. А что будем делать с машиной? Она не дороже твоей жизни. Садись. Госпожа Гунуль будет ругаться. Садись. Мама, они уже едут. Прошу тебя, не ругай Селима. Он, наверное, сам все понял. Хорошо. И не учи меня жить. Понятно? Сынок, они тебя что, били? Что с тобой случилось? Вы ездили к доктору? Пустяки. Ничего серьезного. Все хорошо, заживет быстро. Пусть заживает поскорее, а то у меня уже руки чешутся. Ты поймешь, что бывает, если разозлить мать, я тебе еще устрою. Селим, идем в комнату, отдохни немного. Как там дела, Тахсин? Полиция найдет машину госпожи Гунуль? Вряд ли это возможно. Что будем делать? Она же такая дорогая. Я продам дом. Мы все равно не смогли закончить его. Вот как раз и рассчитаемся за машину. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.